Я вас приветствую на канале Тоха1979. Мы продолжаем играть в Сталкер Чистое Небо, мод Арсенал Овершоу. Что ж, ребята, поехали. Смотрите мои еще прохождения по Снайпер Элит. И я начал недавно Сталкер, новый мод. Называется «Игра душ. Начало». Тоже смотрите. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь. Все. Поехали, ребята. Так, ну что ж, ребята, нам нужно встретиться с отрядом левши. Где-то там он, этот отряд. Так. Вон они. Так. Так. Ты пукалкой-то не размахивай. Вот пукалка, бля. Вот пис... Здорово, наемник. Во время операции четко слушать меня. И что без самодеятельности. Ага. Так, побазарим мы с этим левшом. Слишком борзый он. Так, ясно. Ну что ж, пацаны. Левша, уровень пси-излучения минимален. Начинайте операцию. Все наши надежды только на вас. Удачи! Так, ну что ж. Выдвигаемся! Пошлите. Отряд у нас выдвигается. Так. Пойдемте. Ух ты, зомбирование. Так, ребята, мы их обдерем, покуда эти бойцы воюют. Кто-то меня пихает. Так, бейте, пацаны. Так, ты зомбированные, ребята. Готов, пацаны. Патроны соберем. Так. Так, мы нам нужны патроны. Так. Все забираем. Так. Так. Забираемся. Устал я, пацаны. Фу, все, я так устал. Так. Так, ребята, мы возьмем, наверное, наш пулемет. Перезарядим его. Я вас прикрою. Давай. Прикрывай нас. Так. Прикрыть нас. Что нам надо делать? Мы почти на месте. Повторяю так. Еще раз. Наша цель — закрыть два клапана и перезапустить охлаждающую установку. Двое к клапану, двое со мной. Наемник, твоя позиция на крыше ангара. Прикрой оба отряда. Хорошо. Так, ребята, полезли мы на крышу. Нашли крышу ангара. Вот так! Так. Наемник, не мешкай, живей за мной.
Мы у клапана. По приказу готовы начинать. Начинайте активацию. Готов. Готов. Так. Зомбированы. Готов. Кушай, скотина! На, получай! Так, кто у нас тут с патронами? Бей, ублюдка! Кончай, гада! Готов! Готов! Так. Держи от меня. Так. Кушай, скотина. Так тебе, сволочь. Готов. Суки. Ребята, вот вам гранатка. Зажмём. Держи меня. Готов. Так, сколько от вас тут зомбиров? Готов. Сколько? Готов. Сколько же у вас тут, а, блядь, без конца? Без конца, сука, лезут. Так, сколько же у вас тут? Еще лезет. Так. Капец. Ох, неугомонные, блядь. Заживем! Бей, ублюдка! У меня уже патроны на исходе, братан! На, получай! Слушай, скотина! Вот так! На, жри! Сука! Кушай, скотина! Кладем их! Нате! На, получай! Пошла, жара! Наша работает как надо. Все поле стабилизировалось. Так. Теперь время выбираться отсюда. Итак, вам удалось перезапустить систему. Дай ему прикурить, я обойду. Давай. Что мощность излучения так начала снижаться. Помоги огнем! Следовательно, установка стала так работать стабильно. Надеюсь, теперь Янтарь станет более спокойным так местом. Что нам делать, пацаны? Наемник, спасибо вам. Идти в рыжий лес. Я получаю четкий сигнал. Так. Ребята, сохранимся. Тихо! Еще немного подождем. Выдвигаемся! Так. Парни, не расслабляемся. Так. Возможно, еще не все. Так. Ну что же, ребята? Идем мы в рыжий лес. Там мы, наверное, увидимся в рыжем лесу, ребята. Так, вон стрелок, ребята, текает. Остановить стрелка. Так. Что такое? Чё я так, блядь? А у меня 60 килограмм, ребята. Чё у меня тут такого много, блядь? Наемник, прекрати погоню, иначе погибнешь. А?
ты чё, бля? Попух. Прекрати погоню, блядь, погибнешь. Так, ты чё, блядь? Какого хрена я должен гибнуть? Устал, ребята, я устал. Патроны, патроны. Так, я, блядь, слишком перегруженный. Так. Ребята, сохранимся. Так, ребята. Тут какие-то, блядь, петухи, сука. Так. Нате, блядь, кушайте гранаты. Нате, сука. Как петухи вы, блядь. Сука, патроны закончились. Готов. Сука, сохранимся, пацаны. И хрен лезть, куда не приглашают. Так. Так, ребята. Нате! Так. Так, ребята. Козел ты. Пятеро, бля. Сигнал стрелка пропал. Опа, мы упустили его. Он ушел в сторону выжигателя. А там и до центра зоны недалеко. Для нас путь через выжигатель без прототипа. Верная смерть. Единственная для нас возможность догнать стрелка, пройти через Лиманск. В сторону города ведет тоннель, он сразу за мостом. Это единственная известная дорога в город. Опустить понятно. Мост можно только с другого берега. Наемники. Но его контролируют бандиты. Ёлки. Ведь должен быть какой-то способ перебраться на тот берег. Может, есть другие варианты, не только мост. Так. Если кто и поможет попасть в Лиманск, то только лесник. Говорят, этот старик может найти безопасную тропу даже там, где раньше не бывал. Лачуга старика находится на окраине рыжего леса. Наемник. Кто вы такие? Почему вы напали на меня? Понятно. Одни мы не продержимся. Быстрее! Так, ребята. Так, идем мы лесника искать. Так.
сохранимся, пацаны. Это он! Вали его! Кто он, блядь? Ах ты сука! Похуй педики, блядь. Ребята, он меня, сука, сдал. Вот вам сейчас будет пизда. Суки. Так. Козлы хотели меня вальнуть, блядь. Сохранимся, пацаны. Вот петушары, суки. Что это было? Блядский лес. Зарядим мы наш автомат. Так. Что вы, петухи, блядь? Так. Сука. Который мне. Так. Так. Суки. Мутанты. Мутанты там есть. Тропинка. Так. Так. Это за... Так, сталкеров гора трупов. Так. Так, что всех мы обыскали. Бля. Какой-то мутант тут, ребята, бегает. Ох, чё я, блядь, идти не могу. Сука. Выбросим этот автомат. Куда-то мы идем. Что-то мы не туда пошли, наверное. А не туда, наверное. Посмотрим, ребята, карту. Сталкеры. На янтарь. На Лиманск. Не туда я пошел. Ага. Так, нам нужно туда. Так. Нам нужно, пацаны, туда идти. Чтобы дойти до лесника. У кого-то я бачил абакан. Выбросить. Так. Так. Ребята, сохранимся.
ебаный. Пси собака, блядь. Где она сама-то, все собака? Ух ты, бля. Это аномалия. Используем. Так. Сталкеры тут где-то, ребята, есть. Так. Иди нахуй. Сука, собака ебаная. Привет! Пошли! Еще немного подождем. Так. Ну что, подождем еще до гарантии? Ага. Можно передохнуть маленько. Рванули! Так, рванули. Так, идемте посмотрим со сталкерами. Куда-то они нас ведут. А куда? Сохранимся, пасеки. По рыжему лесу по улице. Так, ребята, что? Пошлите за бойцами. Так. Куда-то там нам нужно идти. Так, опа. Так, возьмем медропаш. Так, ух ты, блядь. Вы мне пихаете. Все, говорю. Еще немного подождем. Давайте, ждите. Все, мужики, не расходиться, ждем. Всем спасибо, все свободны. Так. Ну дайте же вы времени поесть, а? Ну что такое? Опять. Так. Пацаны. Так. Мужики, быстро разбежались из кучи. Дружище, ждем твоего сигнала атаковать. Ты куда пропал? Давай уже отмашку. Фу. Все, можно не прятаться. Так. Можно еще не все. Можно передохнуть полезно. Парни, не расслабляемся. Все. Пацаны. Ну что, подождем еще до гарантии. Ага, один ты остался ждать, блядь. Большое тебе, человек.
человеческое спасибо. Будешь где неподалеку, милости просим на нашу базу. Отблагодарим. Ага. Ну все, пацаны. Мы прошли, помогли сталкерам. Ну что ж, на этом будет наша часть закончена. Увидимся в следующей серии. Ну, теперь мы им всыплем. Так, ну все. До следующих встреч. Подписывайтесь, смотрите. Во что ходи, 1979. До встречи на моем канале.